Да? Вот точно. О том, что осталось за кадром. Во всех перелетах, уважая и соблюдая. Утраки во Вселенной и большой кадр. Путешествие стоит в этом ряду особняком. Этот фильм. Правда, без согласия автора сделать. Ну, он в час ночи его знает. Читал? И тот сказал. Которые отправляются в первый полет. Алексей Рыбников, замечательный композитор. Только Камбурова. И эту музыку для нее. Милой или Машенькой. Для нее. Без Елены Камбуровой все равно не обошлось. И Камбурова приехала сюда. Катимся на санках. Являю экипажу благодарность. Каждый из них выбрал другой путь. Сергеевская, известная пианистка, гастролирует. Был большой музыкант, и, конечно, об этом думаешь. Консультантом фильма стал советский космонавт. Космонавты должны вселять надежду. Верь.